Ассалому алейкум, хамбатте достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Димаш Кудайберген очередной раз опубликовал пост у себя в Инстаграме. 4 дня назад его пост гласил «Нет войны». Вчерашний пост следующего содержания. Каждая женщина и каждый мужчина хотят иметь детей, растить сына и дочь. Каждый человек имеет светлые мечты, цель в жизни. Каждый имеет право жить и строить свое счастье. Мир спасет доброта, взаимоуважение и любовь. Нет ценнее ничего в человеческой жизни. Остановите кровопролитие. Нет войны. Я полностью и целиком согласен с этим мудрым и добрым постом Димаша.